Премьер-министр Ирака Аль-Абади объявил о начале наземной операции по взятию Масула, крупного населенного пункта, захваченного исламистами в 2014 году практически без боя. В городе сейчас живет около 1 300 000 человек. Среди них, по имеющимся данным, около 6 000 боевиков ИГИЛ. Сегодня я объявляю о начале этой героической операции по избавлению от террора и насилия ИГИЛ. Вскоре мы все встретимся в Масуле, чтобы отпраздновать его освобождение и избавление. В операции участвуют силы иракской армии и формирование полиции. И только они войдут в Масул, чтобы освободить его. В штурме вместе с полицией и армией участвуют курдские отряды «Пешмерга», шиитское и суннитское ополчение. На передовую стянуты сотни единиц тяжелой техники. Артобстрел позиций исламистов Масуля велся в течение нескольких последних дней. Численность сухопутных сил превышает 60 000 человек. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС, международной террористической коалиции во главе с США. Операцией руководят американские советники.